Если они хотят на своем земельном участке восстановить ранее утраченную часть усадьбы, то, я думаю, все жители города Ярославля будут благодарны предпринимателям вот за такую стройку рядом с парком, да, то есть, которая восстановит историческую среду, восстановит историческое там, строение. Но если там появится культурно-развлекательный центр площадью 5000 квадратных метров с подземной автостоянкой, полностью разрушит вот ту культурно-историческую среду, уничтожит, конечно, остатки парка, которые сегодня, слава богу, еще сохранены. Конечно, никто нам этого не простит, ни сегодняшние жители города Ярославля, ни наши потомки.